Продолжаем. Так, чего я хотел? Я уже забыл. Я уже забыл. Серьезно. Чего я хотел? 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 Батарейки сделать. Пошли на Аврору. Аврора, Аврора, Аврора. Куда же ты, собака? Пошли. 15%. Ну, я думаю, хватит. Нам чуть-чуть доплыть. Здесь я вроде все собрал. А что такое? Какая-то хрень непонятная, ненужная. Здесь я вроде все собрал. Да? Все собрал? Вроде да. Дверь починили. Починили, запилили. Я взял то, что мне нужно-то. Лазерный резак, да. Взял. Огнетушитель, блять, сука, нахуй! Огнетушитель! Огнетушитель! Сука! Ляшки! Ляшки покусанные! Огнетушитель! Гав-гав! Ладно. Бля. Обидка. Обидка. Куда это я? Блять, ты еще и не тут. Ну, конечно. Переложить. Переложить. Или один. Я только за этим возвращался, честное слово. Чтобы сделать. Я думаю, мне хватит батареек. Ну, я надеюсь на то, что мне хватит батареек. Даже если не хватит, это будет хуевенько. Блин, где-нибудь заряжалку бы какую-нибудь для батареек. Вот замутить было бы вообще замечательно. Я был бы просто счастлив. Ну, пока. Пока, видимо, не судьба. Погнали. Минус одна батарейка. Ну, та, которая была. С 25% там, или 24%. В 24. Классное слово. Опять наступает ночь. Я обещаю все исполнить. Ага, я возьму кварц. Спасибо. Как кварц-то не своровать? В смысле? Кварц штука полезная. Я что-то его в последнее время вообще не нахожу. Уж лучше, чтобы я его находил сейчас. Хоть где-то. Нет, чё? Пустота. Арш.
Еще что-то нужно. Какая-то турбо квадро пупер дрель какая-то нужна. По-любому. Металлолом аж жопой жуй просто. Это я уже тут полутал. Что это? Что это за звук был? Кто это рычал? Пошел нахуй, кто бы ты ни был. Кто это рычал? Что это было, блядь? О, еще батарейка. О, не понял сейчас. Вроде дырка, а вроде нет. Сломано. Да я понял, да. Я где? Я куда залез-то, блядь? Не-не-не-не, давай назад, 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 нахуй надо. Сейчас, блядь, заплывешь. А, это вы эти, что ли, блядь, орали? Сталкеры. Где, блядь, выход? Где нормальный выход? Куда я заплыл? Всплывай. Всплывай срочно. Срочно всплывай. Во, нормальный вход. Опа. Да я вот что-то, знаешь, да, побоялся в текстуре застрять. Игра хоть и вышла из раннего доступа, но хуй знает. Всяко бывает. От, суки бегают. Иди нахер. Иди нахер. Опа! Бегом! Не кусать! Никаких кусь! Никаких кусь! Тихоромашек! Никаких кусь! Ты про это говорил? Полтора часа прогресса просрал. Ага, тихо. Ага. Так. Ну что? Мы опять здесь. Внимательно теперь обследуем все, что только можно. Я загружал? Загружал. Это чё? Хрень какая-то. Это чё? А ты можешь приседать-то? Или вообще нет? Чё это? Книжка какая-то. Ладно. Так, здесь нету ничего. Я сохраню здесь и все. И будь что будет. Давай сделаем вот так. Я нежно не умею. Так, какой тут пароль вводил, я не помню. Очень аккуратно идем сюда. И, возможно, мы здесь где-то еще должны найти последний фрагмент мотылька. Потому что два нашли в одной комнате, а третьего куска почему-то не было. Не хер знает. Ну, я думаю, где-то здесь, возможно, и есть. Че это? Ничего. Все пусто. Пусто. Так. Half-Life.
пацанов нету тут, этих мелких. То они мне в прошлый раз что-то заебали немного. Не дури. Блять, плавает, сучок. На! Где ты? Где-то я тебя видел. И друг другу еще хуячут, ты посмотри. Да ты, сука, моллюск мелкий, блядь. Сдохни. Идрище поганое. Форст наоборот. Где? Это как? Вон туда мы теперь можем сплавать. Сейчас я освежусь, я память, что здесь? Я не помню просто. Здесь реактор был, да? Окей. Окей. Ладно, пошли тогда туда. Нет этих щеглов тут. Так, 4. Опа. Быстро уходит как. Что происходит? Что ты дышишь так? Ну хватит, я думаю. Да, хватило. Аптечка. Интегрируем новые данные КПК, окей. Батарея, норм. Ищем все, что плохо лежит. И все, что можно отсканировать. Опа, еще батарея. Ой, хорош, тут прям батареи нормально. Такая тишина. Отсек крабов. Ой. Крабом сейчас придем, походу. Ты можешь подышать? Вот тут хотя бы. Кислород не уходит. Это странно. Я под водой, но кислород не уходит. Ну, либо уходит, но очень медленно. Ладно. Ой, я не зря взял огнетушитель. Ты посмотри. Добрый вечер. Ой, ой, какие здоровые. Это крабы? Будем надеяться, что это именно крабы.
нахер они нам нужны? Просто миллион. Да что такое? Здесь прям FPS скачет, прям как бешеный. Вроде ничего такого нет. Да ну вылези, пожалуйста, спасибо. Пойдись. На всякий случай. Зарегистрирован слабый сигнал черного ящика, идущий с той стороны пробоины в данной комнате. Вот оттуда? Один из четырех. Окей. Это костюм краб. Окей, вот так. Оп-оп-оп, по Иисусе чуть-чуть. Да подожди ты. Сигнал, сообщение пришло какое-то. Я пушку взял пропульсионную? Что-то мне подсказывает, что нет. Блять, в смысле? А если у меня сейчас она пригодится, это будет вообще посос. Это мне придется опять назад хуячить. Что ж такое-то? Вообще все забывает. Четвертый кусок-то где? Вон он, ёб мать. Мы краба можем собрать? Ты еще серьезно? Вот этот поворот. Что это было? А, это огнетушитель такой звук издает. Энергоячейка, спасибо. Как раз хотел проверить. Как у вас, блядь, тут пол-то металлический горит? Объясни, игра. Или не металлический, какой? Ну, вообще, по-моему, гореть не должен этот пол. Просто... Вон оттуда сверху сейчас шпижу. Стрим идет. Креветка. Рыська. Да, мне тоже, знаешь, как-то это бесит, когда она дрожит. Но по-другому она не может, походу. Ты пытаешься что-то начать читать. Бля, ты серьезно? Я не смогу здесь пройти, да? Потому что у меня нет с собой пушки. А с той стороны я тем более не смогу пройти, потому что у меня, сука, нет пушки. Блять. Или смогу? Давай обнадёжь меня, игра. Сделай так, чтобы я смог. Я смог! Я смог! Я смог! А, ты написай, вот. Опачки, опачки, опачки. Да, детка. Синтезированного чертёж. Краб. Отлично. Отлично. И не пришлось. Ух. Оу, жилые каюты. Вот этот поворот. Ты ж башнатор, как это не сможешь? Мистер? Мистер Краб? Мистер Краб, пожалуйста. Спасибо. Я бы сначала, наверное, еще вон туда ходил. А потом сюда. Да ну отстань ты от меня, сейчас я попью воду. Что ты доебалась до меня, игра? Или, блядь, сюда. Не, давай сюда сначала. Потому что, ну потом опять прыгать здесь. Че-то мне как-то это все. Питательный батончик. Питательный батончик, сейчас его я съем. Вкусняшка. Тара-тара-тара, привет. А, Харви Бёрдс, привет. Пенни Джек. С внезапными спойлерами, ура. С
Спойлеры в чате. Так, я люблю спойлеры. Да тушись, ну. Да что такое? Ты не можешь пройти, что ли, здесь? Алло. Странный огонь у них. Они бы лучше модель огня сделали, как в, я не знаю, в каком-нибудь этом Alone in the Dark. Да чё ты загорелся-то? Я ж тебя потушил, алло. Все, потухло. Дорогой автомат. Торговый автомат. Барный стол. Да какого хуя ты? Да! Стойка? Настенная полка? Я что, блядь, делать тут должен с этим совсем? Ебать, блубухли, блада. Бухло. О, огнетушитель, спасибо. Ой, КПК, спасибо. Плакат с Кизи, в смысле не взять? Как не взять плакат с Кизи-то, вы чё? Это чё такое? Это надо сканировать. Нет, вроде. Ничего там нет, ваш стул хуй. Это чё такое? Чё ты не открываешься? Эй-эй-эй. А, у нас проблемы. Если я сейчас не найду нигде воды, это будет очень печально. Спасибо. И 2 миллиона долларов. Чё-то нихера себе, я попросил воды, и что-то мне дали. Да хера воды, по-моему. Да я понял, понял, все, смотри, набрал сколько. Ой-ой-ой. Бутылочку нефильтрованного возьму себе. Пузырь. Все закрыто. Что ты там искришь? Что-то искрит. Каюты, 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 кругом каюты. Одна местная кровать. Спать-то, надеюсь, можно в ней? То потом. Все постеры воруй. Конечно, постеры воруй. Зачем нам вообще что тут? Место какое-то в инвентаре. Постеры воруй! Что это? Что было? Скамейка? Да ну хорош! Ляжки горят. Багажная сумка. Спасибо за фоллоу, ребят. Спасибо. Я что-то пропустил предыдущий фоллоу. Спасибо. Что тут воды до херища. Опа. Еще капакаха. Еще батарея. Что тут нормально? Можно батареи налутать. Сумка багажная. Не знаю, зачем она нужна. Взять батарея. Как это работает? Обычная сумка для переноски личных вещей. Зачем? Зачем ты это сделал? Зачем? 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 Один.
Нож. Два. Все сломалось. Три. Четыре. Мех. Это, наверное, можно выбросить, да? Стоит ли выбросить? Она пустая, что ли? Да нет, он ее только берет. Мех! Нахуй не нужно. Мне кажется, с той стороны КПК лежит. Это как-то больно такое, знаешь, интенсивное освещение сквозь стену. По-любому КПК там где-то лежит. Я сейчас не буду ничего читать, я как вернусь только на базу, так сразу все прочитаю, все, что мы здесь нашли. Он отмечается вроде бы, да? Это мой огнетушитель, который пустой, да? Мы бедные овечки, никто нас не пасет. Мы таем, словно свечки. Туши сканером! Спасет, спасите несчастных овечек. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Ой, фу. Кто это тут? Кто это тут делов наделал на полу? Книжка. Ой, птичка. Себя. Багажная сумка никому не нужная. Мне кажется, их можно просто... Ой. Да что ты делаешь? Еще один скелет. Ой, фу, блядь, скелет. Постер. Там что-то про скелет было написано. В названии. Так. У нас там какие-то беседы про коренные зубы. Бу-бу-бу-бу-бу, все. Стоит ли мне туда соваться? Я думаю, нет. Здесь все. Здесь не все. Водичка. Выпей водичку. Что-то это. Трубить, трубить, трубить. Нормально. Да что ж у вас тут так воды-то до хера? Плакаты врать! Полки на стены, окей, скамейка. Сумка опять. Ничего. Молния меня не херанет. Так вот, каюта 1. Я думаю, что каюта 1 это каюта капитана. Нет! Сука, капитан, ублюдок. Все мне испортил. Все испортил, просто. И козел! Козел! Так, кают капитана. 2, 6, 7, 9. 2, 6, 7, 9. Откройся, Сезам. Спасибо. У него тут. У него тут. Сигнала нет. Да он тут явно порнушку смотрел на этом терминале на маленьком. 240p, блядь. Опасный тип. Я тебе отвечаю. Миниатюрная Аврора. Взять? Зачем? Просто... Как? Открыта запись в журнале «Так спасательная ракета Нептун». Чертежи? Чертежи ракеты? Добрый вечер! Чертежи капсулы времени. Это поворот. Что-то еще? Может быть, чертежи... например, чего-нибудь для зарядки... Моих... Чего-нибудь такое, например.
придется прочитать один журнал, потому что он, походу, с кодом. Заманчивое предложение от Хаггинс. Кому? Уилсон! Нет. Говоришь, ты уже больше года на этом драндулете и никогда не бывал снаружи? Бывал снаружи? Так вот, теперь у тебя есть друг с ключами от огромного, мать его, робо-костюма. Нам совершенно нечего делать, пока мы еще доберемся там до звезды и не начнем работать над вратами. Если хочешь попробовать звезды на вкус, только скажи, у меня есть запасной крэп. Специально для тебя. Ты не знаешь, что такое сила, пока не раздробишь астероид собственными голыми механическими усиленными руками. Кости голые. Хочешь сыграть в мяч, пролетающим мимо метеоритом? Приходи в каюту номер один, код 1869. Как там? Как там в бриллиантовой руке? Анна Владимировна там. 805-21. Чё-то типа того, ну вы поняли, я думаю. 1869. Так, 1869, 1869. Откройся, Сезам. Хорошо. Сколько до конца стрима? Скоро. Не знаю. Взять мягкая игрушка обжора? Чё? Утешительная? Утешительный обжора? Что еще за утешительный обжора мне тут? Так, аптечка. О, откуда? А чё стоишь? Чё у меня так жизни-то? Слышь, а почему в предыдущей комнате нельзя было это сфоткать? Синяя кепка. Ага. Еще данные. Кровать. Двухместная. А до этого была одноместная. Ах ты какой, слышь, да? Да, смотри. Приходи ко мне, краба будем смотреть, да? У него двухместная кровать, тут у одного единственного. Вот, сучок. Все понятно с твоими крабами. Сиди своего краба один, начищивай. Начищай, начищай, начищивай! Интенсивней. Не открывается? Ждать. Ну, как-то так. Я пока тут больше ничего не вижу. Там вроде тупик. Здесь двери не открываются. Маля, мотылька. Хочу мотылька. Мотылька, еще вон там сейчас что-то должно быть. И, о боже мой, спойлеры. Кто-то сказал, что здесь можно найти модуль. Пару раз, я бы даже сказал, Данчи посмотрела на краба. Больно. Бляха, поменялось что-то на 4. Это мне сделай. А вот это на 5. 4. Мне так удобней. Пусто. Вон модуль торчит. Ай-яй-яй! Как же так? Где бы мне найти последний кусочек мотылька? Мне сказали, что здесь женщина. В смысле, мне сказал компьютер. Компьютер голосом женщины сказал, что где-то здесь есть что-то, что издает энергетическую сигнатуру. Насколько я понял, возможно, здесь где-то КПК лежит. Где-то тут. Возможно. Но это не точно. Что это было? Да, блядь, ты...
Ты издеваешься? Чё такое? На другой стороне. Чё там падает-то все, блядь? Чё хорош? Где-то тут. Да я без этого не поплыву, я просто не вижу ничего. В темноте. Чё там? Ой, батарейка валяется. Чё батарейка валяется? А фонарик? Фон, серьезно, фонарик? Сколько тебе надо места-то, фонарик? Сколько-то, видимо. Ядрить, там еще какой-то проход. Что тут? Ой, как все тут? Как тут все сложно? Ага. Там что-то сплыть можно? Здесь что? Непонятно. Потроллим игру чуть-чуть. То есть тут выхода нет никакого. Окей. А что за сигнатуру-то она уловила? Фонарик, что ли? Это что-то как-то слишком просто. Ну, музыка ушла. До свидания, музыка. Мы будем скучать. Просто ни с того, ни с сего взяла, выключилась. Мы будем скучать, музыка. Нам так одиноко без тебя. Музыка, вернись. Пожалуйста. Опа, на нихуя себе. Тут тупик, похоже. Черный ящик, да. Я понял, понял, помню. Данный черного ящика Аврора. Спасибо. Че было? А? Не надо его сканировать. Ладно, окей. Так. Угу. Пять. Скончился. Кончился. Что, ты так можешь? Я же думал, можешь. Так, давай. Дальше продолжай. Выпиливай дверь нахер. Интересно, куда это? Ой-ой-ой, тихо. Слой, пожалуйста. Погнали! Да ну блин, слышь, последний кусочек мотылька-то, ну, по-братски. Чё, тебе жалко, что ли, игра? Два, главное, есть, третьего нет, ну что за дичь? Ладно. Это чё такое? Нахуй с вами. Потом где-нибудь найду.
Мне что-то хотелось. Сука. А! Да что происходит? Ты можешь залезть? Пожалуйста, можешь залезть? Ха! А это что? А это как? Так. А можно туда? Нет, давай назад. Хера себе, я прыгаю. Ты можешь туда запрыгнуть? Да ну... Бля! Ладно, хуй с тобой. Давай просто проверим. Выпиливаешься, дверь. Нихуй с тобой. Уходим. Уходим с Авроры. Я бы еще ту нижнюю часть проверил бы. На всякий пожарный. Ну, где... Да ладно, подожди. Все, я не буду проверять ничего. Она меня вывела здесь. Окей, я понял, все. Я перепутал места уже, все. Ну, поплыли, ладно, тогда отсюда. Что тут еще ловить? Если только пытаться найти где-то здесь куски мотылька. Возможно. Что это? Ничего, ну ладно. Поплыли. Домой. Да, у меня места нет. Стоп. Немножко водички. И погнали домой. Что это? Пропульсионная пушка. Зря я ее сканировал. Че это? Внезапно. Домой. Я не вижу, чтобы он меня чем-то помогал. Да я... Я понял. Мне он мешает, наоборот. Я просто, смотри, плыву вперед, я не вижу, что передо мной. Мне его приходится выключать. Не нравится мне он. Мне нужно видеть. Так. Макаки? Подводные макаки? Подводная макака. Пузыри! Как много пузырей. Подожди, подводные макаки, ай-яй-яки. Подводные макаки, ай-яй-яки. Шутканул просто как мужик, блядь. О, здрасте. У меня тут это луковое дерево выросло, да. И вообще тут, короче, поле мраморных дынь, ёпта мать. Так, что, куда? Шкаф.
Батарейки. Пустые, пустые. Тут, короче, давай, знаешь как. Я это все туда унесу, наверное. Хотя вот здесь есть. Давай. Это как работает вообще? Так работает. Хорош. Ну, давай другой. Где мой? Где мой фирменный плакат? Вот он. Плакат с кизей. Спокойной ночи, Артём. Привет, Винарлин. Я не сказал привет. Так, переложить сюда. Keep on, man, Кизя. Как там строится-то? Давай, строитель. Тройка. Я хочу еще один ящик. Давай, вот здесь пусть будет рядом с Кизей. Я в него всякую срань сейчас сложу. Которая мне нужна, типа, плакаты. Вот это, я не знаю, скорее всего, это все херня какая-то, которую можно для декора использовать, типа на полке положить, всякое такое. Но мне это пока вообще абсолютно не нужно. Модуль давай тоже сюда, или нет? Нет, модуль сюда давай. Переложить. Воды столько, я ядрил просто. Откуда столько воды тут взялось? Титан. Где у меня кварц? У меня где-то есть кварц. Я, по-моему... У меня, по-моему, нету нигде кварц. Да. Целый ящик для батарей. Пустые батареи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как много батарей-то тут. Ой-ой-ой. Так, отсюда, сюда, сюда. Нормально. Ну, казинаки сюда кинь, чё. Кинь сюда казинаки. Нет, здесь титан. Здесь что? Сера. Здесь просто шкаф. Кинь сюда казинаки. Сума зажёл, чика, всё. Это священный запас, неприкосновенный. Его не трогать. Пойду на базу схожу. И, наверное, это... Это казинак, мне кажется. А почему нет? Ой, кстати, тут вон что-то еще сообщение какое-то. Забери аптечку. Что тут у нас? Переложить, переложить, переложить. Две аптечки нам вполне хватает, я думаю. Сюда энергоячейку. Давай так вот. Три батареи пускай у меня будет в кармане. Огнетушитель. Ремонтный. Так, строитель мне, в принципе, пока не нужен. Я думаю. Ну, вроде ничего не строю. Не знаю. Чё там сообщение? Говорит спасательная капсула 7. Координаты прилагаются. Капсула структурно цела. Но изготовитель накрылся. Прошу помощи. Капсула 7. Конец связи. Координаты по сигналу повреждены. Приблизительное расположение источника передачи записано по звуку. Я все сделал здесь. Все скинул ненужное. Изготовители что-то новое появилось. Пласталевый слиток. Титановый слиток. Литий. Где мой?
дом. Что я хотел? Я хотел себе сказать, что я зря скинул там. Я зря скинул там строитель. Потому что если я что-то буду строить, то я буду строить там. Чтобы не гонять туда-сюда. Пускай он у меня в кармане лучше. Там хотя бы будет. Верни мне мой строитель. Вообще возьми вот этот, он, смотри, он. 500 аж у него заряд, нихера. Да, возьми его. Нет. Нормально вроде такой. Как вода не затекает, объясните? Я что-то не понимаю. Походу. Да ну. Да ну хватит! Я хочу столько ящик открыть. Положи сюда. Так вот. Что-то мне еще нужно строить. Ну, кроме... точно. Точно. Ну-ка, дай зацепить. Это же тут, наверное, делается. Пусковая платформа Нептун? Да. Нормально так. Не особо много. На самом деле требует. Я, правда, не знаю, что это. Так, ну это я могу собрать. Пласталевый слиток, две штуки, аэрогель. Я что-то такого не встречал еще пока. Алмаз, свинец. Ну, алмаз есть, свинец есть. Эмалевое стекло там, чертеж есть. Пласталевый слиток тоже. Аэрогель. Вот этого не видел. Вот чего-чего, аэрогеля не встречал. Ну, я думаю, мы завтра пойдем эти собирать, как их. Так, во-первых, сделай так. Завалит вам свое лицо. Вот мне с этой дыней непонятно, подожди. То есть я ломаю и собираю сразу. Хорошо. Хорошо. Давай сделаем сразу. Вот сюда я посажу. Переложить. А, тут можно только 4 пальмы вырастить, окей. Ну так, давай сделаем. Они вроде воды нормально дают. Ты нахуя съел-то, блядь? Ты дурак, что ли? Я съел. Чё с этой картошкой-то? Взять. Она много еды дает. Да нет. Тут, в принципе, вот... это, и мне кажется, луковое дерево, и прям вообще за глаза до хирища еды просто будет выходить. Почему не надо заканчивать, когда нужно? Я ничего не могу с этим поделать. Во-первых, мне надо спать. Во-вторых, надо почитать журнал капитана. Загрузка программы Creek McGill Simulator .врат. Это что-то другое, такого не было. Размер игрок 1, капитан, хот-дог, холистер, карта Бориаль 9, ресурсы нормальные. Вы исследуете тихое инопланетное болото, когда корабль, на котором вы прибываете, взрывается. Должно быть, это паукообразные похитители почек. Ромашка, не слушай. Никто твою почку не похитит. Быстрее, что вы будете делать? Обыскать место падения, возделать инопланетные растения, использовать
Тектонический дезинтегратор недоступно. Это именно то, что сделал бы Крейг Могил. После нескольких часов собирательства вы собрали несколько потенциально пригодных для сельского хозяйства продуктов питания, чем вы себе будете поддерживать. Вонючий корень, древесные тараканы и яйца звездных нарвалов. Блять, что? В то время как яйца звездных нарвалов питательный жизненный цикл этих огромных космофобных существ очень медленный для поддержания фермы, и кроме того, их мать сильно зла на вас. Сразиться со звездным нарвалом, просить прощения звездного нарвала, принять свою судьбу. Крейг Могил знает, что нет оснований пререкаться с матерью, вы не настолько разодраны на части, сколько поглощены целиком и расщеплены. Атомы, которые, по вашему мнению, были вами, постепенно перераспределяются в угоду непрерывного выживания звездного нарвала. Хотите продолжить? Нет. Да, keep calm, все, там нормально. А что за геологические данные? Отбросанные обломки. Анализ подтверждает, что это обломки Авроры. Наружный слой материала окисленный, предположительно из-за нагрева температуры свыше 1200 градусов по Цельсию. Модель соответствует разрушению корпуса при входе в атмосферу. Утилизация уцелевших частей судов корпорации Альтера невозможна на юридической, моральной, техническом уровне. Однако обломки вроде таких, как могут... Чего? Однако обломки вроде таких могут быть переработаны на содержащийся в них титан в любой в любом изготовителе корпорации Альтера. Ясно, понятно. Результат сканирования окружающей среды 4546B. Океаническая планета категории 3. Кислородно-азотная атмосфера. Обширное биоразнообразие. Указание по технике безопасности. Может содержать хищников класса Левиафан. Вода загрязнена высоким уровнем содержащейся в ней ионной инородной бактерии. Так все, плавать нельзя было. Ой, ебать, плавать нельзя было, представляешь? Если бы мы стояли и не плавали, я думаю, все бы хорошо закончилось. А как только мы залезли в воду, все. Планета находится за пределами пространства Федерации, спасение маловероятно. Не рекомендуется изучение данной окружающей среды без костюма для работы с опасными материалами и обширного вспомогательного оборудования. Все прочитано. Данные черного ящика Авроры. Данные черного ящика Авроры. Начат маневр гравитационной пращи вокруг планеты 4546b. Высокоскоростной энергетический импульс выпущен с поверхности планеты. Аварийный сигнал бедствия отправлен по дальней связи на прослушивающий буй корпорации Альтер. Где буй? Обнаружено попадание в отсеки со спасательными капсулами по правому борту. Повреждены, исходная связь нарушена. Начата экстренная эвакуация. Ручное управление передано капитану Холлистеру. Спасательные капсулы... спасательные капсулы 1-25 успешно запущены. То есть 25 капсул у нас здесь можно будет найти, скорее всего, но может быть и нет. Вход в атмосферу планеты. Зарегистрирован мощный удар, защита ядра привода повреждена. Аварийный ответ получен от 8 капсул на поверхности планеты. Признаков человеческой жизни обнаружено в дальнейшем... расстояние. На дальнем расстоянии через 8 часов после падения. Одна. Ебать. То есть я только один подал сигнал бедствия. Понятно. А! Подожди, нет. Признаков жизни. Я один выжил. Нет, мать. Все остальные мертвы. Пропавший без вести персонал, шеф по обслуживанию второстепенных систем Райли Робинсон. Робинзон, блять, Крузо. Сука, энергетический импульс не соответствует известным технологиям планетарной обороны. Ясно, понятно. Решение по выживанию от штаб-квартиры Альтера получено спустя 8 часов на высокоприоритетных терминалах в каюте капитана. А оборудование слежения отказало через 13 часов после падения. Штаб-квартира Альтеры...
последней записанной передачи. Передатчик связи дальнего действия Аврора отключен. Средняя задержка передачи данных на дальнем расстоянии 8 часов. Отображение последних записанных передач Аврора за 6 минут до падения. Это сигнал бедствия Аврора на курсе столкновения с планетой 4546b. Высылаем все доступные данные по окружающей среде. Просьба найти решение для спасения. Штаб-квартира Альтеры спустя 8 часов после потери. Сука. За 6 минут до падения. Пожалуйста, пришлите данные о планете. Через 8 часов после падения, блять. Говорит штаб-квартира Альтеры. Вы должны найти прикрепленные к этому сообщению чертежи спасательного корабля, который, как мы думаем, будет способен выйти на орбиту и доставить вас до ближайших фазовых врат. Он рассчитан на материалы, которые вы сможете найти на месте, но ему потребуется до черта энергии. Может быть, вам потребуется собрать детали реактора Авроры или придумать что-то другое. Мы увидимся. Мы убедимся, что... Помехи. Спустя 8 часов после падения передатчик связи отключен. Источник сигнала спасательная капсула 7. Получен сигнал бедствия от спасательной капсулы 7, но приложенные координаты повреждены. Последние доступные фотографические данные были загружены и проанализированы. Экипаж сообщил о проблемах с бортовым изготовлением. Это вот те, которые последние, по-моему, звонили. Затонул на глубине до 200 метров на пустыре с низкой экологической активностью. Источник передачи примерно в 1 километре к юго-западу от кормы Авроры. Ха. Ну ладно. Что за капсула времени? Путь. Найди под островом с едой. Вниз 500 метров под водой. От базы тех, кто жил на суше, пещеру. Где валялись туши. Кто-то вообще просто тут заморочился. Там есть проход, все дальше вниз. Войди туда и удивись. Ты здесь не первый, но, увы. Спастись здесь сможешь только ты. Красавчик. Тот, кто это написал, он красавчик просто. Но я вижу, что с ошибками. Но это по-любому кто-то писал, знаешь... Временная капсула, это как они? Это, короче, я так. Ну, я видел концовку. Тот, кто улетает с планеты, может оставить сообщение. Я так понимаю, это сообщение от кого-то. Норм. Норм, чё. Ай-яй-яй. Это я потом буду читать. Чертежи, что-то новое появилось. Из загруженных. Я что-то проебал. Момент. Пластилевый слиток, пласталевый, пардон, эмалированное стекло. Так, зуб сталкера? Это еще что за говно? Зуб сталкера, а сталкеров вы видели, что? Че, зуб надо у них вырвать? Убить их? Ладно. Ладно, скажу. Так, это я понял, да? Надо вот это сделать. Потому что, ну, толку-то от радиационной хрени. Уже нет никакого, наверное, надо уже поменять что-то. Серьезно? Лазерный резак так и не нашел, но... Но, сука, лазерный резак у меня есть. Добрый вечер. Спасибо капсуле времени. Ай-яй-яй-яй-яй. Пусковая платформа Нептун. Ну, это вот то, что открылось. И краб. Угу. Здесь не собрано. Чё, счёт нового? Чё за торговый автомат? Нахуй нужен? Из него можно еду воровать? Было бы неплохо. Было бы неплохо. А чё он требует? Стекло и два титана. Какой соблазн. Какой соблазн. Подожди секунду. Нет, я сейчас не хочу ничего делать.
Я хочу доплыть до своей базы. И, по-моему, там пришло сообщение. Говорит спасательная капсула 4. Мы приземлились недалеко от Авроры. Плавсредства раскрылись, но в воде рядом с нами огроменная рыбина. Я не знаю, сколько мы еще продержимся. Мы близко к месту крушения, так что прихватить защиту от ревиации капсулы 4, конец связи. Добрый вечер, игра. Я капсулу 4, во-первых, по-моему, уже нашел, и это раз. А во-вторых, радиации там больше нет, потому что я был слишком хорош. Да-да-да. Давай на пасашок сегодня сделаем еще вот так. Уи! И залезем. Не гуди там. Что-то оно как-то не своевременно, знаешь. Сработало, по-моему. Ай, так. Что-то еще хотел здесь сделать, нет? Эй, ладно. Птичку взяли. Что мы завтра будем здесь делать? Мы завтра здесь пойдем по капсулам пошляемся, я думаю. Пора уже. В принципе, питание я наладил. Больше мне, в принципе, ничего не нужно. Найти мне мотылька этого, посмотреть хоть что-то такое. И что-нибудь еще. Какие-нибудь чертежи. Типа того. Футболки. Покупайте футболки. Вот. Какой-то растрепанный весь. Сегодня. Че мы? Все мы. Всем спасибо, что смотрели на канал. Подписывайтесь в группу, вступайте. Все в описании под каналом есть, если что. Завтра Сабнафтику продолжим. По-любому. Часов в 9 вечера. В 9 у нас другие дела. После этого. После этих дел. Вот. Будет Сабнафтика. Продолжение. Вот. На сим все. Всем доброй ночи. Удачного дня. Увидимся завтра. 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 И те, кто не написали по поводу дополнительных игр, напишите, пожалуйста. Либо сейчас в чат, либо в личку. Все, всем пока. Бляха-муха. Давай вместе. Переборщили. Ты слишком сильно газанул. Слишком...